Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Китай Отличился. Меня зовут Руслан, и сегодня очередная распаковка очередной посылки. Если вы еще не подписались на этот канал, конечно, подписываемся на канал, ставим лайк, обязательно мотивируем меня и смотрим данное видео. Начнем. Сегодня у нас вот такой карабас, вот такая у нас фирма Дирма. Конечно, в русском произношении звучит она не очень, но Дирма есть Дирма. Это у нас со-бренд Xiaomi. Здесь у нас находится пылесос. Я его уже маленько распаковал, дабы так вот взглянуть, понюхать коронавирус оттуда. Ну, давайте приступим. Наша почта России, как обычно, любит доставлять посылки очень аккуратно. Вот такой у нас тут залом. Здесь у нас какой-то логотип заклеен. Здесь тоже, здесь какие-то штрих-коды. Здесь у нас, как обычно, это подарок. Ну, китайцы любят дарить подарки, только, правда, за наши деньги. И начнем. Коробочку я уже вскрыл. Открываем, приступаем. Здесь у нас китайские прокладки, смотанная скотчем. За борт. Берем пакетон первый. Здесь у нас находятся насадки. Кстати, ссылка на пылесос будет в описании. Стоит он всего лишь 1800 рублей. Опа! Порвем. Вот такая вот у нас здесь щетка в виде сердца, такая труба и насадочка для труднодоступных мест, вот такая шняга. Не знаю, ну вот такой-то еще ладно пользуется, но вот это вот, блядь, ну куда это? Ладно, не суть важно. Здесь у нас выпала щетка, также с логотипами. Колесами никакой выдвижной щетки у нас нету. Есть у нас здесь резиновая вот такая вот херня. Так что ковер особо не почистите. Ну, только вот этой херней ковер чистить, я думаю, пойдет. Дальше, что у нас там есть? У нас есть здесь замечательная китайская трость для бабушки. Вот такая вот ручка. Это вот не кнопка, это муляж. Здесь два крючка. Наматывать провод. Так, есть такое дело. Дальше у нас что? Опа, упала. Где-то я там видел мануал. Где-то я видел мануал. Давайте пройдемся по мануалу. Вот такой мануал. У нас здесь Дирма вакуум клинер. Ни хрена себе, все серьезно. Инструкция по сборке. Здесь у нас также инструкция по сборке. Кто китайский знает, прочитает. Наверное. Я как-то не особо. Вот наши характеристики. У нас здесь 220 фокус, вернись, вольт, 50 герц, 600 ватт. 600 ватт для такого пылесоса, я думаю, достаточно. Это же у нас все-таки ручной пылесос. И 1,2. Это что, килограммы, что ли? Короче, не суть важно. 1,2 чего-то там. Мощность пылесоса 600 ватт, самое главное. И не написано, мощность это потребляемая или мощность отдаваемая. Кстати, у пылесосов это довольно такой показатель, который отличается. В магазине написано пылесос 3 киловатта, а 3 киловатта он потребляет, а отдает всего киловатт. Такая вот херня тоже бывает. Здесь у нас пенопластовая, ой, доставка. Больше ни хера нету, что-то упало. Имеем мы вот такой переходничок хорошего качества. И. Оп, как бы его, блядь, вот так. И вот такой вот сосущий агрегат. Ссылочка в описании. Проходим, смотрим, заказываем. Давайте его вскроем. Кстати, легко открывается. Здесь у нас поролоновая сеточка. Кнопочка включения. Опять же, основные характеристики. Здесь циклонный фильтр, так не упади. Я, кстати, смотрел, вот сюда надо будет надеть какой-нибудь чулок, чтобы потом легче было чистить. Вообще, я думаю, они продаются, вот эти фильтра. Нахрена его покупать, если можно надеть чулок и потом его проще мыть. Кстати, он моющийся, фильтр. У меня такой же фильтр стоял в старом пылесосе, он моется.
очень хорошо водой. И здесь у нас клапан обратный, чтобы пыль у нас не выпадывала. Сейчас подскидаем, включим и послушаем, как работает, посмотрим, как сосет. Ну что, вот такой механизм, у нас здесь заглушка. Это чтобы в ручном режиме пользоваться пылесосом. Вот так она открывается. Сюда мы вставляем вот эту вот китайскую трость, вот таким вот образом. И этой же защелкой мы ее фиксируем. И у нас получается вот такой вот механизм для намотки кабеля. Кабеля здесь, кстати, метров 5, я думаю, не больше. Ну, для моей маленькой квартирки пойдет. Купил я его, кстати, себе. Вот такие вот логотипы, все серьезно. Давайте отстегнем эту шнягу, которая мешается конкретно. И неудобно просто. И включим этого товарища в розетку. Опа. Опасно, опасно. Есть. И довольно такой сильный поток. И вот пылинка. Давайте посмотрим, откуда. О, засосал. Ну, это пенопластом, правда, в статике его тяжело. Вот так вот эта шняга сюда одевается. И кстати говоря, даже с насадкой он к столу вот сейчас присасывается так хорошо. Я думаю, пылесосить будет нормально на свои деньги. Кабеля бы хватило. Блин, хороший пылесос. Ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Меня зовут Руслан. Пока-пока.